Всем привет, друзья! Я Вова Агрегат. Вы на канале Без Б. Сегодня у нас на обзоре шаттл Кайло Рена. Погнали! Переходим к мини-фигуркам. В наборе представлено 6 мини-фигурок. Первая мини-фигурка — это Кайло Рен. Как сильна эта боль! Это ярость. Кайло Рен. Настоящее имя — Бен Соло. Вот такие у него принты на теле. Красный световой меч. И шлем с царапинами. Почему он с царапинами? Потому что он расколол его, а потом собрал. На спине у него черный длинный плащ. Кайло Рен имеет два выражения лица. Первое спокойное, другое яростное. А следующий у нас по счету мини-фигурка — это генерал Энрик Прайд. Есть верховный лидер. Это адепт-генерал вооруженных сил Первого Ордена. У него есть два выражения лица. Первое спокойное, а второе разъяренное. Вот такие у него красивые принты на теле. Бластер. И эта фигурка встречается только один раз в линейке Звездных войн. А далее у нас два рыцаря Рен. Первый рыцарь Рен — Ушар. Он вооружен дубиной и детонатором. Вот такие у него глянцевые принты на теле. И шлем. Шлем очень редкий для линейки Звездных войн. И лицо, но лица его не видно. Эта мини-фигурка уникальна и встречается один раз. Второй рыцарь — это Аплик. Он вооружен косой, на его спине надет плащ, точно такой же, как у Кайло Рена. На его голове капюшон, и у него одно выражение лица. У него очень интересные принты на теле. И так же, как у Шар, встречается один раз в линейке Звездных войн. Также в наборе представлена мини-фигурка Солдата Ситхов. Солдат Ситхов вооружен бластером. Я такого бластера раньше не видел в линейке Звездных войн. Он красного цвета, чем и отличается от других штурмовиков. У него одно выражение лица, как и у штурмовиков Первого Ордена. И это все, чем он отличается от штурмовиков Первого Ордена. А также в наборе есть обычный имперский штурмовик. Это имперский штурмовик. Он встречается во многих других наборах и имеет одно выражение лица и черный бластер. Переходим к шаттлу Кайло Рена. Сам из себя корабль представляет командный шаттл типа Эпсилион, который использовался Кайло Реном. С поворотом двигателей крылья распрямляются, а при взлете шаттла крылья раскрываются. А еще крылья могут втягиваться совсем как в кино. Готовьте мой корабль. Поднимайте местных. Также корабль вооружен 4 орудиями и 2 пружинными шутерами. И также в наборе присутствовал запасной снаряд. Помимо этого, у звездолета красивые ионные двигатели и чемоданчик, в который можно положить аксессуары мини-фигурок. А теперь перейдем к кабине пилота. Вот такая кабина пилота, в которой можно поместить 3 мини-фигурки. А еще у кабины открывается трап. Переходим к инструкции. Вот такая инструкция.
А, наборы 1005 деталей. Вот. В этой инструкции 182 страницы. Вот перечень деталей. А вот наборы, которые выпускались в этой линейке. Ну что ж, на этом все. С вами был Говор Гагат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока!